Уютная гостиница «Вдохновение», банный комплекс и отдых на природе. Село Селинское. А сейчас короткие новости этого выпуска. Серьезное ДТП произошло вчера на автодороге Латышино-Клин. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением. Машина вылетела в кювет. В результате погибла женщина. Мусорный навал на Илинской слободке ликвидирован. Стихийную свалку на частной земле муниципалитету пришлось убирать своими силами. Хозяин гектаров не живет в Клину, а значит, по большому счету, ему наплевать, что творится на его земле. Расчистить территорию помог лесхоз, а местный предприниматель компании «Стройбетон» возведет забор, чтобы это место вновь не стало помойкой посреди улицы. В эту субботу, 10 сентября, день открытых дверей в управляющих компаниях «Жилсервис», «Клинская теплосеть», «Олимп» и «Высоковский коммунальщик». Жители многоквартирных домов смогут напрямую задать вопросы по капремонту, начислению платы за коммуналку и узнать о своих правах и обязанностях в сфере ЖКХ. Прием граждан в управляющих компаниях начнется с 10 утра и продлится до 15 часов.